Задержана преступная группировка, которая занималась кражами ценностей из машин, сообщает МВД. Накануне житель Бишкека обратился в милицию. Он пожаловался на преступников, которые украли из его машины Toyota Camry ценные вещи и деньги. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лица подозреваемых. Этими кадрами пострадавший поделился со СМИ с просьбой помочь найти преступников. По данным МВД, аналогичное преступление было совершено месяц назад. Вечером 29 августа барсеточники разбили боковое стекло Мерседес-Бенса. Они украли сумку, в которой было $500 и 3000 сомов. Факт также был зарегистрирован в ЕРПП. 29 сентября сотрудники 3-го управления службы криминальной милиции МВД, СКМ Ленинского РУВД при поддержке бойцов СОБРа задержали подозреваемых. В МВД отметили, что в раскрытии преступления помогла КСИН.